На подготовленную ногтевую пластину наносим базу для гель-лака Наоми. Гель-лак кошачий глаз Наоми номер 50. Цвет золотистый хаки с шиммерами. После нанесения цветного геля удерживаем магнит на расстоянии нескольких миллиметров от ногтя. После чего отправляем в лампу. Если лампа LED, то 30 секунд, а если электронная или индукционная, то время сушки занимает 2 минуты. Повторяем процедуру второй раз. Покрываем закрепителем и сушим. Снимаем дисперсионный слой с помощью клинзера Jardin Prof.